Привіт, ми Світле Радіо. Хочемо показати одну пісню, яка може вам знадобитися, якщо ви проповідуєте діткам Євангелія, розповідаєте їм історії з Біблії в недільній школі. Для цього вам потрібен буде такий інструмент, як гітара. Я покажу, які акорди. І треба буде, щоб гітарист знав прості акорди. Соль мажор, ре мажор, до мажор, ля мінор, мі мінор. Оце, власне, і все. Пісня «Считалочка». Сколько звездочек мерцает, кто знает? Сколько бабочек порхает? Сколько чудных рыбок в море? Сколько? Сколько зерен в помидоре? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Разве можно все узнать? Посчитать, измерить, взвесить. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Разве можно все узнать? Посчитать, измерить, взвесить. Сколько на деревьях вишен, сколько птичек пенье слышим, сколько пчел в полях летает, мед душистый собирает. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Разве можно все узнать? Посчитать, измерить, взвесить. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Разве можно все узнать? Посчитать, измерить, взвесить. А сколько на земле детишек? Сколько девочек, мальчишек? Сильный слабого обидит, но Бог все знает, Он все видит. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Разве можно все узнать? Посчитать, измерить, взвесить. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Только Бог все может знать. Только Бог все может знать. Мы его прославим вместе.